идем на высадку. Как поняли, на высадку идем. Все. Боже, не бахните в воду, пожалуйста. Меня уже поднимает такое все. Это только высоты. Летать это не вертолеты, это радио. Нет. Я могу ногу высунуть, это попустить, если я вода. Не надо, вы не этому. Должник автомат дали. Сейчас главное не задеть задним бельком нам эту воду. Да ладно, нормально, скупаемся. В своей крови. Прямо по кругу на горе возможно снайпер. О, хорошо сели. Валим отсюда по берегу, наверх не понимаем. 40, 140. Чисто за горой, за с этим заслоном. Парашют тут отбросьте, блин. Это вы чё, вот тут сели, что ли? Не пристрелите меня, нравится? Я сзади вас иду, блин. Отлично. Где метку дал, там высадились. Вертолет, если что, уже не на ходу. Давайте двигаться аккуратнее на западе. Гора, которая на 300-290, там вот может брать. Да тут закрывает она, нам вообще не имеет значения. Тут очень хороший склон берега идет, уклон. У меня проблема, ну, короче, я медика взял, взял сетчел, и он много вешал, я устал это делать. Ну, медика, если ты скидывай сетчел, у меня есть сетчел, у Ля Дека, мы у кого нет. Ну все, отлично, там из гранатомета. По нам стреляет, кстати. Показал. Нет, за пульки пролетали прям. Тык-тык. А, возможно, снайпер как раз таки откуда. 290-300. Ну да, там метка на снайпер была. Ну вы не посовывайтесь наверх, внизу не держите, чтобы вас вообще не было видно. Я вижу снайпера, вижу снайпера. Можем, ну, попробуй убрать его. 290, да. Снайпер. Далеко, там около километра, буду сам с ним тягаться. Давай, мы идем дальше, да. Он ниже спускается в лесу, сейчас расстояние замерю, буду воевать. И сюда. У нас ДВшки ни у кого же нет? А, я могу отдать, если надо. Нет, ты доклад сделаешь, что пехота высадилась нормально. Не, его не видел. С видимости пропал. Не прорисовывается. Так, чисто дальше. Да-да-да, мы на метку высадка первую, которая основная должна была быть. А вас встречать сейчас будут из города, потому что снайпер засек. Ну ладно. Мы тоже встретим. У нас оптика же есть в комнате? Оптика есть, но мы куда стали, не пошку. TC оптика. Ладно, стою тогда здесь буду. А мы сейчас выдвигаемся на побережье. Я пока понаблюдаю. Я один с тобой. Тут, короче, три дерева стоят такие. Я у кого не буду стоять. Вы не собирайтесь. Устали и упали. Потому что кто-то слишком много набрался.
У кого-то слишком большой вес. У меня было 33 килограмм, я бегаю постоянно 40 килограмм. Так вот, я вышел, пробежал, упал сразу. У меня 4 килограмма, я все равно упал. Дальше кашку вижу. От моей позиции на 270 на холме стоит дышика. Это репит Тагара, который мы там скрежет, когда накрыли. Ага, вижу, вижу ее, да, на склоне ее камней много, да? Угу. Ну, на нем метка есть. Ну да, дышика вижу. Я пока немножко вперед пройду, отдыхайте. Разведу. Ну, тебе нежелательно по храму проходить. А где Аздуни, кстати? Он сказал, наверное, не помогает. Он с чем-то там, с крабом, что ли, свалил. А, он улетел? По-моему, да, вот что-то он сказал, он никем не командует, сам себе хозяин уж. А, вот так, значит. Панцер отдал. Там как посмотришь дальше, там подвигайся. Там еще вторая дышика, где-то отратники стоит. Пусть. Меточку дайте на него. Вижу, один бежит прямо возле камушка. Вот где дышика в горах. Ну пусть наш снайпер занимается ими. Со стороны вашей высадки вообще никого в городе не вижу. Да, я тоже стою, но вообще ничего не вижу. В этом маленьком городе. А у нас TC, давай подтягивайся сюда к нам. Который Геральда. Который ты там на отмечал кучу народа. Да, там три человека были, спрятались, видимо. Или ушли. Кто не в курсе, этот город на 240. Так, уставшие есть у нас? Ладно. Сейчас идти, короче, вдоль берега и по складке, и со складкой пройти. Да. То есть часть здесь останется, часть там пройдет. Да. Поближе подойдем как раз. Да. Значит, пройдем. Ну ладно, да. Вдоль берега сейчас опять идем до складки. Бетер, по-моему, долбит. Не по нам, далеко. Это хорошая новость. Далеко-далеко уходит тихо. В смысле далеко? У меня предложение было метров на 100-150. А там еще одна складка, если она параллельно городу идет. А за этой складкой наших видно будет? Потому что я думаю, сейчас наших не видно будет и просто не перекроет никто. А тут вот как раз отсюда. Где? Возле дышика, который уклонил из горочка. Палит наш туда. Здесь более такая ухабистая местность. С пирса надо заходить как раз нормально. Он в низине, там даже дышика ничего не сделает. Сейчас репит дойдешь, увидишь. А там их чисто походу. Да, дыхалки не хватает. Паша, тебе передаю, что скрежет скорее захватить не удалось. Ну хорошо, хоть так и хоть так. Потери у нас там есть, спроси. Без потерь. Так, меточку же на нас надо сделать. Что у нас метка БТР какая-то здесь стоит? Банзай поставил. Сиси, ты особенно смотри там на подходе всякие кусты и камни, потому что в таких точках открытых и так, наверное, заметил, а поставил.
Короче, я по берегу уже захожу в город. А вот я глянул, никакого БТР не вижу. Она давно, наверное, была поставлена. Там время стоит на ней. Там бегу куда-то. Нашел БТР. Пока это. Из города, кстати, работает, по-моему. Вот он, за городом работает. Вы можете отойти его по берегу. Если по берегу обойдете, вы его уничтожите. Надо его увидеть сначала. Сейчас в город зайду, посмотрю. А, я могу метку примерно дать. Там надо видеть. Он едет, он едет. Да что это за звуки? Это бетер? Я не слышу, это звуки как будто едет, это я не знаю. Все, засек БТР, вижу, он там подъехал немного. Он рядом здесь, кстати, в город стягивает. Открой карту, видишь? Да я его слышу. Короче. Он прям метку практически поставил, некогда менять. На 320 да. Наш снайпер лежит. Да, меня обстреливают. Все, давай. Но его долбить лучше из города, но здесь укрытие есть. Пойдем. Я слышу еще что-то есть с вашей стороны. Свяжитесь. Что там с РПГшкой? Не умею РПГшку, он болел, попробовал. С вертушкой, Паш, свяжись. У меня нету ДВшки. Город едет, Бетер, уходите с улицы, прячьте. В город он приехал, прям в центр проезжает. Попал? Колес пролетел. Уходи, с этой с направления не высовывайся. Как я в эту миллиметровую щель попал? Чуть поближе подойдет. Через фланга обойдем его. С фланга давайте попробуем. Слева и справа. Падаю с трубой, не могу зайти. Да ты там. Паш, я доложил вертушки, где че. Бисмут, ты нормально? Падаю. Понял. Так. Ой. Горы тянет. У нас тут отступаем погоди, назад. Погоди, Паш, там вертушка сейчас поработает. Бисмут, смотри. Боевая наша на подводе. 180, смотри. И назад отходим, мы отступаем в горы. Уйдем, она он нас объехать пытается. Сейчас он выйдет здесь в открытом, а мы здесь стоим. Блин. Боже, ему между нищим и асфальтом упал. Тебе помочь? Походу он уехал. Я говорю, ну как дела, выбрался? Че, я живой? Нет, ты там застрял, говоришь. Да нет, не застрял нигде. Он слетит. Да, или вертушку? Это от вертушки ПТУР. Сейчас попробую у них точнее. Бисму, ты пока зачехлить можешь, он не едет. Я вот пехоту здесь боюсь в остаток. Так, что там на снайпер живой наш? Да, живой. Да, БТР убил. Отлично. Так, нас ты живой? Так, церковку сейчас быстро проверяем за внутри и будем дальше идти. Я сейчас зайду туда, все не суйтесь. Она уехала. Кто уехала? Отсюда бинокль. ДШК, которая в горах стояла.
Да-да-да, сейчас будем. Это на 190. Давайте потихоньку. 280 вот ко мне, наш, нет? 290. 280, не знаю. На горе что ли? Да, на горе. А за аккуратнее, сейчас кто-то бежит туда. Да? Стоит прям на камни бегу. Смотрит. Вроде и глаза спиной. Значит, не наш. Я на него иду, да, что? Это сзади свои снайпера? Руис. Да, да. Это такой, да? Не-не-не, стреляй, стреляй. Снайпер, стреляй. Убил того, кто стрелял сейчас. Может, ты нашел снайпера? Мне кажется, ли это был свой? Подпишу. Ты, по-моему, снайпера нашел. Одиночными сейчас свой снайпер стрелял, походу. Спрашиваю, сейчас. Я его убил. Вот не шуток, молодцы. Снайпер, стреляй, блядь. Я его убил. Стрелял. Шпись, походу. Чё-то едет сюда. Вертолет. Пусть посмотреть, жив он или нет. Да, это свой был, походу. А есть возможность у него девушку взять и винтов? Кого встать? Да. Сейчас пойду подойду, посмотри, я падаю. А у нас оптика есть какой-нибудь? У меня сейчас будет, он мертв. Вот нам надо снайпера убрать с... Ой, снайпера. С... Со стингером чувака на горе стоит. Где он? На 280 камнях. Это что такое? Да вон там где это, что ли, были мы, да? Да-да-да, он там стоит. А бегает кто? Да вот он бегает. А может пошугать его сейчас? Я у него не вижу. Надо уйти отсюда, тогда будет нам всем вниз дальше. Ты уйди, а я пошугаю туда. Так, все пехоты, кто здесь не забрался, на 300. Идем, сейчас дойдем, репит пошугает его. Снайпер, давай ко мне подтягивайся, камушку на одиночный камушек. Я уже пошел. Паш, собери всех внизу, как будешь это там, скажи мне. Да, внизу сбор, впереди там ожбин, как не сбор. Дашь мне это знать, когда один идет. Ну, у тебя оптика есть какая-нибудь? Нет, ничего нету, так я просто пошугаю его, чтобы он думал, что мы здесь, а мы вперед продумываем. В принципе, огонь тоже. Я слышу вертолета, оп. Вот туда уже стрельнули, но не долетел. Ну тогда смысла нет, он ушел уже. Ну ты метку можешь туда дать, я попробую с вертушкой связаться. Угу. Все, я пока на вертушку уйду, дай туда метку, типа это карта. Ну там игла, блин, вертушку на иглу вводить. Опа, русский валяется. А вы у заборчика, да, уже? Да. Можно рацию с него закрыть. Да, ты метку дай, я скажу, что там чувак с иглой. Хотя бы так предупрежу. Дай туда метку игла. Все, я ушел. Так, он сдвигается в сторону вертушки, могу пошугать его. Лесопосад. Они закричали, братцы. Я не пишу. Паша, дай метку на эти самые саженцы, короче, поля, виноградники. Кто? Виноградники он ушел. Давай, я вообще. Ты метку дай, а я им это передам сейчас. Какое расстояние примерно до него? До кого? До пулемета. Я меня слышно? Я не видел его даже. Короче, до тебя пытаются дальность вычислить. На тебя обнаружили, вычисляют дальность. Меня? До репита.
его. Я дал. Наш труп, если снайпер, то Трикстар его завалил. Да, это снайпер с УДшник. Я думал, я со мной что-то. А где все остальные? Я уже вперед пошел. Сначала дыма положит, мне кажется, вокруг и все. Ну мы тут хорошо закрепились, так что мы это помпы, ты на связи? Да. Назад. Я это труп лежит. Сижу, короче, сверху. Смотрю, обойдем. Сменили ДВшку, КВшку. Они где-то закрепились, я не понял, так не смог вычислить. Вроде как виноградники закрепились. Дым синий, кто бросил? Выпить живой? На виноградниках. Репит? Да-да, я живой. Понял. А, дымы кто-нибудь бросал? Нет. Вероятно, нет. Возле дыма человек бегал, не успел форму. Короче, различить. На метке красный бонзай, может быть, он там, конечно, кинул. Ну, там было. Может, уже врач пойдем, у нас время-то не резиновое. Да-да-да, я уже иду вперед, я не знаю, где все остальные, что там. Я на бункере пытаюсь пробиться. ФЗ, это я вышел к вам через кто. Понял. А ты в каком отделении был? Я был в САСе, все молчали в САСе. А, сейчас МКЩа бьет. Значит, враг. Значит, я туда не пойду. Я от боя уклоняюсь, иду выполнять задание основное. Скорее всего нет, он не с нами. Себя меткуда.
Нашел у Фрула с ДШКшкой, на улице стоит. Вроде никто не сидит. Ну, враг здесь, наверное, где-то. Да, на карте посмотри, она летает черти. Она виноградник обработала? Нет, я ей сказал держаться подальше от виноградника. А если я бункеру сзади завожу взрывчатку, он взорвется? А как бункер идентифицировать, как он видит, выглядит? Да бетонная хрень такая сыворотка. А, вижу, да. Вижу. Кряхтит. Наверное, враг. Ставлю на подрыв через 20 секунд. Буду подбегать, кидать. Паш такой не повернулся, когда от Кати отвернулся. Паш, Паш, ну сколько времени поставил? На 20 секунд. Не взорвалось. Да. Только целый. Ну будем считать, что это здание выпало. А там ящик внутри стоит, он тоже целый, я понял. Да там две надо ее. Так две руки у тебя же. У меня одна она была. Нифига тебе только внутри прям по... Ничего себе там. Как будто все с РПГ стреляли. Так, это что? А, это ящик взорвали. А. Окей. Будем будем охранять, как хотите. Пошли все на бункер, короче, туда никто не пошел. На ящик. Я испугался сейчас. Чего? Как карточ такой, что-то не то. Ну как по мне выстрелили? У меня горкомплекс была на максимуме, чтобы слышать все вздохи, пуки и тому подобное. Махно стрелял, да? Нет, мне показалось, что Махно стреляет. Да мне по голове в упу очень засадили. Мне куда-то решил залететь в город. Вот лавы, смотрите, вот живой. Я говорю, мы думаем, ты будешь как шахист. На себя вот собью. Не, не. То есть осталось бункер. Я вот вижу отсюда вертолет, Махну не можешь по нему навестись. А кто на Б3 был, кстати? Обе, он там один был, он понятно. Шахист. А, ну понятно. Так, вертолет вроде сбивает. Тебе было страшно, когда РПГшка под тобой прошла? Ну я смотрю, лицо прям стоит такой с трубой. 150 метров промахнулись, на стол стреляли.
Зачем так? Не, знаешь, когда ты промахнулся, я почувствовал прилив сил. Поехал просто, уехал. И проехал в другую сторону. 100 метров проехал, а чуваков это даже на тебя не смотрели почему-то. Ты ехал погодка вверх, они у тебя могли бочину стрельнуть спокойно. Ну, второй чел вообще классно. Сас, весь погиб, да? Я вы. А вы живы. Ну, он к нам пришел. Вертуха бункера поломать не сможет, да? Это на нас, а, может. Уже там. Плохо может или нет? Вообще должно. Взорвали? Что там кричал? Ты саблуди? Высаживаться будет. А может рукоблуди? Ну кому что? Куда блуди? Это бонзай там был, да? Мне было интересно, взорвется ли бункер, если я завожу сзади, вот мне вот это было интересно. Ну вот идет есть. Жалко, что нет поле своих. Просто есть это. Да вообще просто лучше мы сделаем. А кто Зушки стреляет? Это не Зушка. Это не Зушка, это Кобра. У нее пули прям. О, убили. Ну вот, как... ну вот, наконец. Ты что, хотел дверь открыть там или что-то хотел сделать? Да я как-то не понял, кто это или не то. Так, вот у меня сейчас, короче, вот он стоит в лестнице прям внутри. Что за читы убили ворона? Да нет, он с краю. У меня ломает дым, дымом ломает дымом. А, не, прям, а тут поднялся здесь. Так, а кого я убил? Даже не станет. Подпола. Бисмут? Или нет? Нет, я бисмут. Подпола убил. А. Я думал, ты перебежал уже там. Да что делать? Он ломает воды. Он сломает. Спутает. Ой, махнул, убили, опять убили. Плохо ему летел в окошко. Спайпер, ты как сделал? Я говорил на запад. Я на целую высадку бежал к вертушке, на запад мы сказали бежали. Я, короче, вообще накосячил. Я когда вертолет лочил, короче, ну, захват сбился, из короче, просто хочешь, так. Из РПГшки хочешь, ну, не получится, я думаю. Паша, руби, наверное? Махнул, что убил? Я... А сейчас нет, ну что, тут еще народу... Не, тебя, просто хотел бы двое. Один ранен. Уже летел, стамет. Обломать на целом. А вдруг там всех убьют? 70 минут. Кадыч может назначить, Кадыч перейти. Да. 10 минут осталось. Он вон бежит, всех убьет. Я свечку ставить. А почему на американской вертушке белорусский флаг? Какой белорусский флаг? Потому что у картофеля... Макгорн сам себя? Люди картошки. Ну чё, он упал? Он от себя что ли убил? Нет, понятно. Да долбоёб что ли, блядь? Во! Сука, мутила! А тебя кто? Свой убил. Репет? Да, блядь. Да, Репет. Григорий. Меня прайс в жопу. Сума. Не, Александр, когда своего снайпера убил. Такое. Кого он убил? По нам же вертушка, да, прошла? Нет. Он далековато. А что меня убил? Ой, я упал. Вот это взрывное. Арма убил. Арка даже не что убил. Нет, я точно не карачу. У него Арминас уже стоял. Бежит Каркарыч, сейчас все сделает, все будет. Че, Каркарыч, давай. Держитесь. Форму добьют. Всего хорошего. Что за пуск был? Да, знаю, это ветушка только стреляет. Вот, как ракета полетела. Да по ИГИЛу стреляет, я не знаю, куда они. Косы. Блядь, метка же стоит на нас. Какого хрена?
сверху все одинаковые. Так, а вот обычно нет никогда, тут визуально. А вот, конечно, мы этого не торнет, а... А, ой, я начался. Короче, смысл. Не, я про то, что он, если видит потенциальную цель, он вряд ли будет смотреть как. Ну вот, в этом не проблема, понимаешь? Да ты у тебя в бан уходит. В бан уходит, это же БЕшники. А я тут оба этим киллер. Это фуфор, Рексар, БЕшник. Рексар. Но сам признал, что БЕшник. Адонис, ты, наверное, не знаешь даже на паблик серверах, когда кто-то идет в город, кричат: авиация, не стреляйте. Ты, походу, этого не знал. В смысле? Раз вы пошли в зону, которая обстреливает вертолет. Мы вообще-то поставили на себя метки, и по ДВ было сказано, метки на себя поставили. Дебики. А ты спросил, что он, что он понял. Ты подтверждение надо поставить. Каждый раз подтверждение. Я не вижу наши метки, почему? Все нормально. Можно по 100 раз переспрашивать. А чё эти репики там, Рексар, не идти, не собираются в город? Все вроде. Ну, все. Когда что убили? Да, они убили все. Когда что убили? Она сама закончилась. Ящик вот.